Дома. Зрители центрального и боковых блоков ракетоносителя вышли на режим планы с потерей тяги. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. Стабилизация изделия устойчивая. Давление в камерах двигателя в норме. Ангаж, рыскание, вращение в норме. Полет нормальный. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. Что? Параметры конструкции ракетоносителя в норме. Вращение в норме. Есть выключение двигателя боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. 130. Стабилизация изделия устойчивая. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. Работает нормально. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. Стабилизация изделия устойчивая. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. Есть сброс ствола двигателя. Есть сброс ствола. Двигатель второй ступени работает нормально. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 220. Полет нормальный. Время КП. 5 часов 0 минут 32 секунды. 525 миллисекунд. 230. Стабилизация изделия устойчивая. Двигатель второй ступени работает нормально. 250. Тангаж, рыскание, вращение в норме. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. Прошел гарантийный надув бака окислителя.
Сколько тысяч? Стабилизация изделия устойчивая. Изделие устойчивое.